Ну что, ребятушки, поехали, возьмем кубок. Так, кубок. Так, не хватает на двигатель. Денег. Совсем чуть-чуть. О, это я место не сильно люблю. Это место с крокодилом, да? Да. Это место с крокодилом. Это вот мое самое нелюбимое место. Ух ты. Так, едем. Аккуратно, крокодильчик. Ух ты, это что такое за фигня какая-то. Камень какой-то огромный. Все, опачки, да ну нафиг. Первое место заработали, круто. Едем дальше. Опа, все, идеальный старт, готово. О, здесь надо аккуратно. Да ё-моё, что тут такое? Блин, я застрял, Алёшки. Ну ломайся это, канитель. Чего-нибудь тут отломайся. Вообще это нормально вот так вот встрять? Капец. Я не знаю, как вообще это можно место было проехать. Ой. Поэтому я говорю, я не люблю вот это вот место с крокодилами. Болото вот это. Что-то как-то я сюда не могу проехать. Особо. Сложное место, конечно. Ух ты, вот здесь вообще будет. Опа, так, едем. Так, первое место я занимаю, получу второе только. Смотрим. Нет, первое получил, круто. Есть, открываем сундучок. Ого, отлично. А эти канители как открыть? Можно видео смотреть, да? Ну ладно. Поехали, давайте возьмем, может быть. О, движок куплю. Да, мощность, скорость и мощность турбины. Все, едем. Опа, идеальный старт. Так, двигатель у меня более-менее прокачанный уже. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть прокачали. Опа, бошку снял. Ёлки-палки. Ну, там еще какая-то штука защитная есть. Это хорошо. Она меня, если что, защитит. Наверное. Лучше, конечно, не испытывать судьбу, не стукаться головой. О, первое место. Опа. Нет, идеального почему не получилось? Так, чувак какой-то на баге. Едет очень быстро. Ё-моё, смотри, у всех раллийные тачки. А один чувак на баге. И он быстрее нас. Значит, у нас не особо прокачанные, конечно, машинки. У этого быстрее едет. Ого! Второе место. Да. У нас конкурент. Главный, это на баге. Ой, какой он молодец, слушай. Какой он молодец, какой он быстрый. Опа, я вырываюсь вперед. Это хорошо. И, возможно, я сейчас заработаю первое место. Ребята, вырвался. Есть, первый еду. Еду первый. Так, здесь аккуратненько. Давай, ускоряемся. Есть, первое место, ребята. Отлично, первое место получили. Так, ну что ж, осталось совсем чуть-чуть проехать. Поехали. Так, опять что ли это вонючее место? Я не люблю с крокодилами. Это, походу, опять-таки с крокодилами. Да, точно. Крокодилами. Так. Ё-моё. Это что получается? Я четвертый еду. Да. Давай. Хотя бы не первый. Ой, хотя бы не четвертый. Третье место. Отлично. Ну как отлично? Конечно, не отлично, но все равно. А, смотри, тут все на баги едут. Офигеть. Вот что значит баги, прокачанный автомобиль. Вот что значит на баги они съедут. Офигеть. Да, четвертый приеду. Не получилось. Да, это просто место такое нехорошее. У них еще всех баги. Баги это крутая тачка. У меня у самого баги прокачанная, неплохо таки. Опа. И какое место? Вторая позиция. А в итоге третье место. Третье место ставит чуть-чуть отъезд назад. Ладно, поехали, зимний кубок. Почему бы и нет?
Смотри, все на ролейках. Только один на баги. Так что, ребята, ролейка — это топовый автомобиль. Блин, я хотел бензин взять, и, короче, не знаю. Еду последний теперь. Практически последний, но не последний. Ох, меня вот этот чувак опережает. Во, хорошо. Второе место уже лучше. Так, и того второе у меня. Опа, все, идеальный старт. Так, а там чувак что-то остался. Интересно, почему. Опля, так, а я впереди. Все равно баги выстреливает вперед. Какой же он быстрый, а, баги. Чувак. Ого. Фига, я прям полностью погрузился. Так, здесь поверху едем. О, финишка. Вот как хорошо, первое место. Опа, идеальный старт. Так, баги вперед. Выбивается. Я уже второе место беру. Так, давайте снизу проедем. Так, аккуратно, аккуратно, не перевернись. Смотри, у чувака даже... это я со снеговиком даже еду. Блин. Снеговик! Есть! Первое место, отлично. Да, первое место за ними. Так, еще немножко до этого самого, до губка. Поехали. Так, ну здесь мы должны победить, в любом случае. Опять баги какой-то, вот он, чувак, выбился в лидеры. Что ты будешь делать, а? А, нет, какой-то чувак на джипике. Алло, чуваки. Я перевея вас еду. Оп, оп, оп. Да, первое место, спасибо. Приятно, приятно. Все, идеальный старт. Не особо он мне помог, конечно. Выбиться в лидеры не получилось. Вот на баге, смотри, какой он быстрый. Но мы все равно быстрее его сейчас должны проехать. А нифига. Второе место. Да как так? Он игрок какого-то там, непонятно какого-то уровня. Первого. Офигеть, с какими я играю чуваками. Просто тачка у меня не прокачанная, вот и все. Все дело в прокачке тачки. Поэтому нужно конкретно тачку прокачивать. Очень-очень-очень хорошо прокачивать тачку. Ну, сейчас деньги соберем. Все, короче, все деньги на этот автомобильчик синенький будем тратить. Смотри, опять баги первый приехал. Ага. Первое место он занимает, баги. Смотри, без идеального старта вообще тяжело. Да, у меня здесь только еще один гаджет, потому что тачка вообще не прокачанная. Вот, будет у меня несколько гаджетов, тогда да. А чтобы несколько гаджетов было, нам нужно тачку прокачивать, вот и все. Просто и понятно. Ну, и пока я выигрываю, да, более-менее... Я боюсь прокачивать тачку, потому что прокачаешь тачку, будешь совсем там с мощными игроками играть.